Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 103 на странице 77 рабочей тетради по математике для 2 класса автора Маро. Петя вырезала с цветовой бумаги 7 звездочек, а его брат на 3 звездочки меньше. Сколько всего звездочек вырезали эти мальчики? Сначала мы узнаем, сколько звездочек вырезал Петин брат. О нем сказано, что он вырезал на 3 звездочки меньше. Чтобы узнать, сколько это нужно из 7, вычесть 3. Получится 4 звездочки. Точка, скобку закрываем. Теперь можем узнать, сколько всего звездочек вырезали эти мальчики. Петя 7, а его брат 4. 7 плюс 4 равно 11 звездочек Скобку закрываем, пишем ответ. 11 звездочек. Точка. Вырезали эти мальчики. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, вставляйте свои комментарии.